На старт выходят щелковские звездочки. Юные воспитанники плавательного центра «Нептун» делают свои первые шаги на пути к мечте. Впервые участвуют в первенстве. Сегодня задача проплыть на спине 50 метров. Участвуют более 50 спортсменов. Это первый этап соревнований. Предшествовала же им большая работа, в первую очередь тренеров-преподавателей. Очень важно маленькому ребенку не просто проплыть, а выйти к стартовой тумбочке, услышать судью-стартера и просто правильно проплыть. И даже просто спуститься в воду, потому что очень много волнений, очень много слез, к сожалению, потом. Каждый хочет медальку, но, естественно, ее получает самый сильнейший спортсмен. Участвовать в соревнованиях в первую очередь ради улучшения собственного результата. Этому тренеры-педагоги учат своих воспитанников с самого детства. Главное – настрой. Ребята справились с волнением, отлично преодолели дистанцию. Самый яркий момент – церемония награждения. Эти эмоции от первых жизни соревнований, первых побед, первых медалей они запомнят надолго. Победители и призеры были определены среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях – 2015 и 2016 годов рождения. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.